Приветствую вас. Вы знаете, мне показалось так, что вы расставание с человеком воспринимаете, ну или воспринимаете, или восприняли как, знаете, такую манипуляцию. Вот так мне показалось, по крайней мере. Вот, то есть я хочу сказать, что если вы расстаетесь, к примеру, с кем-то, да, то не подразумевается того, что вы опять сойдетесь. Ну, не подразумевается. А если вы сходитесь, это скорее как бы, ну, счастливая случайность, нежели чем закономерность. Вот. А у меня же сложилось такое ощущение, что для вас это именно что закономерность больше, а не случайность. То есть вы используете расставание для чего-то. Зачем-то. Вы используете расставание зачем-то, чтобы что-то. Вот. И мне кажется, что это очень такая, ну, деструктивная позиция, вот, потому что она подразумевает. Она подразумевает какую-то вот какой-то уровень, какую-то, может быть, какую-то степень манипуляции партнером, да, манипуляции партнером, манипуляции мужчиной, возможно. Вот. И для отношений это, ну, на пользу не идет. Отношениям это на пользу не идет ни в коем случае. Вот, поэтому я думаю, что имеет смысл обратить ваше внимание на этот аспект и обратить внимание на еще тот факт, что если вы расстаетесь, к примеру, с мужчиной, то у этого есть объективные причины. То есть причины, по которым вы расстались, к примеру, да, вот такие причины, они, как бы, ну, объективно, они есть, такие причины, вот, и было бы очень здорово, если бы вы понимали, что это за вообще причины, да, что они из себя представляют, эти причины, вот, и как с ними, и что дальше делать с этими причинами, потому что если их не исправить, то ситуация, понятное дело, повторится. Вот. Такой вот ответ, и, соответственно, почему мужчина, да, почему он вот сейчас 10 дней молчит? Да, потому что ему надоело с вами расставаться, ему надоело с вами ссориться, видимо. Вот, вы говорите, что он вас не оставлял, это значит, что, скорее всего, он сам делал первые шаги к вам. Вот, а это тоже очень, так, знаете, вот, негативно сказывается на отношениях, вот, значит, зачастую, когда люди, вот, чувствуют, что эта игра, там, в одни ворота, к примеру, только, то есть эта игра вот только в одни ворота, и все, и
человек как будто, ну, что-то должен, обязан, там, и так далее. То есть понятно, что это, конечно, не так, но в данном случае это выглядит именно в таком разрезе, в таком контексте и так далее. Ну, вот. Поэтому человеку просто надоесть могло то, что происходит, и, соответственно, если вы считаете, что вам отношения дорогие, если вы позиционируете так, что вам дороги отношения, вот, то, мне кажется, имеет смысл самостоятельно выйти на контакт, да, продемонстрировать человеку желание как-то вот наладить отношения, чтобы он увидел, что нужно это не только вам, но и ему. Ой, наоборот, не только ему, но и вам. Простите, простите. Ах, пожалуйста. И, соответственно, после этого я думаю, что ситуация обязательно выправится. Либо вы придете к какому-то решению, то есть вы придете к каким-то основаниям, да, вы придете к каким-то вот какой-то какому-то исходу, вот, то есть либо поймете, что у вас есть будущее, либо увидите, что будущего, соответственно, у вас нет. Вот. Ну, то есть такая вот история, на мой взгляд, ну, по моему мнению, вот, и, соответственно, вот, хотелось бы ответить вам так, вот, ну, и, конечно, обратите внимание на то, что вы не сформировали свой вопрос, психологу, вот, практически никак не сформировали свой вопрос, то есть непонятно, что вы хотите, непонятно, как мы вам можем помочь, вот, ну, лично мы как можем вам помочь, да, вот, и, соответственно, что мы можем сделать для вас в этой ситуации, вот, так что тут опять же вам желательно сформировать для себя некую позицию, чтобы мы хотя бы понимали, ну, чтобы мы понимали, что вам нужно, как вам ответить, что вас интересует конкретно. Вот. Такая примерно история, вот, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится наилучшим образом.